Ты мне дверь сломал? Ты серьезно? Ты кусок жопы мамонта? Дверь мне запили, куда ты пошел? А можно меня вернуть назад по-братски? Ну я сломал игру, летел под карту. А, дурак! Ах ты ж говно мамонта! Едить, колотить, твою жопу воротить! Привет! Сегодня мы поиграем в новый хоррор от русских разработчиков, который называется Riot of Willy, и возможно эта игра будет страшнее, чем Poppy Playtime и Garden of Banban вместе взятые. Сегодня мы это узнаем, скорее ставь лайк, если ты ждал новые игры, а это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, сразу погнали! На самом деле меня уже немного напрягает эта красная комната, но мы начинаем. Секретная запись, эксперимент OB98. Майкл, 5 месяцев назад он пошел в какой-то лес, чтобы исследовать. Он обернулся в этом лесу, у него сломался фонарик, он в афиге, он не знает, что делать. И там проводили эксперимент над людьми. Все эти эксперименты были от доктора Вилли. Где бы субтитры еще найти? Зашибись, монстр, конечно, красавчик. Это что, клоун из Оно? Короче, сумасшедшие куча монстров были в этом лесу. И людей не могли найти. На этой территории люди пытались спастись и выжить. Чтобы использовать сразу, нажмите на правую кнопку мыши, она будет подсказывать вам, как найти выход. Так, короче, клоун... Ой, ля, графон. Не, ну графика классная. Help me, спасибо. Инвентарь на Q. У меня есть рация. А как ее взять? А как... Как взять рацию? Троечка, троечка, троечка. Алло. Здорово. Если ты нашел рацию, я сейчас это раскрою тебе инфу. Тебе повезло, что здесь. Надо выбраться живым. Этот дом, он... Вот дерьмо. Монстр в доме? Попробую что-то сделать. И не сдох. Его зовут Вилли. По-моему, он пытается нас спасти, но ничего не получается. Он ждет тебя. А может нет? А может не надо? Давай не надо меня ждать. Так. Мистер Шрек, а хрен ли вы такой жирный в шляпе и на... Подожди, он решил стать Моргенштерном или что? У него девятка на щеке. Должно быть 3 шестерки. Ты неправильно. Тебе на ту мастер набил не ту татуировку. Блин, ну Моргенштерн уже не тот, как бы, да? Ты мне дверь сломал? Ты серьезно? Ты кусок жопы мамонта? Дверь мне запили, куда ты пошел? Алло, верните мне додика этого. Он мне сломал дверь. Ты что, и снизу сломал мне дверь? Бля, ты крыса. А дверь мне кто сделает? Я сейчас не понял, мне еще и свет отключили. А можно шкаф открыть? Ой, здрасте. Тинтун. Он меня слышит? Прекрасно. Классный у тебя ник, конечно. Может окно открыть. Свежий воздух запустим сюда. Действие. Е, оно не работает. О, подожди. Е. Вилли ждет. Спасибо. 3-5-1. 3-5-1-9. Это же очень легкая загадка. Смотри. Смотри, я сейчас буду красиво делать. 3-5-1-9. Ну и все. А в чем проблема? А в чем, собственно, проблема-то? Проблемы-то нет. А какую дверь мне открыть надо ключом? Мне дали... А, замок. Подожди, двоечка. Замок. Работает, нет? Работает. А где-нибудь есть лом, выдерга или... Ну, крест. Можно взять крест? Подожди. Слышь ты, изыди, сатана, на. У меня есть крест, и хана, понял? Так, изыди. Я заклинаю тебя демонами жопы. Ты же должен бояться креста! Ну, пофиг, мне кажется. А можно я крестом отковыряю вот эти палки? Использую это как лом. Мне кажется, это гениально. То есть дверь у нас не открывается. Нам реально надо лом искать? Ой, скример, здравствуйте. Капец ты беспалевный, я с тебя не могу. Это самый тупорылый монстр в мире. До свидания. Просто хаги-ваги отдыхает. Можно мне, пожалуйста, лом, например? Подожди, а можно? У меня ключ есть. Алло. Что делать? Рация. Подскажи. Подскажи, что делать. Мне кто-нибудь подскажет. Чё нахрен? Крест, спокойно.
Пошел нахрен! У меня крест. Охренеть, он сожрал меня. Подожди, а как я должен был сбежать? Найди крест. Так я нашел крест! В чем проблема? Я нашел крест! Идите нафиг! О, молоток! Его же можно взять? А, ну вот проблема решилась. Мышь, спокойно, мышь, стой, лови мышь! Ловим, скормим, короче, мышь этому бомжу, и все будет нормально. Блин, какой прикольный хоррор, мне нравится. Зачем я записку взял, зачем? На будущее себе? Какая там молния? Так, здравствуйте, вот постойте тут, а я пока тут 3519. Давай. Значит, 3, 5... 1, 9. Ну, я пока, короче, там открывается этот шкаф, я пока вот эти молотком все уберу. Нормально, красота. Так, берем ключик. А как из инвентаря выкинуть лишнее, например? Типа, вот у меня есть лишние, наверное, предметы какие-то. Бежим. В смысле, а почему он зашел да в дом? Не смешно, нифига. Ты кто? Это кто? Там что, горка какая-то? Бешеные клоуны, подожди, это что такое? Это фонарик, прекрасно. А что я его взять-то не могу? 3 часа брал фонарик. Вылазь, собака! Может тебе крест дать? Надо крест тебе, рисуночек скажи. Вот. Ты кто вообще такой? Я поймаю тебе. Не, спасибо. Ну и какой он жесткий. Так, все, я посмотрел на картинку, мне страшно. Охренеть! В смысле вообще? Я шкаф... Да, конечно, ну я шкаф открывал. Ну что это за бредятина вообще такая? Ну как так можно жить-то вообще? 3519. Я что-то запомню, пароль наизусть. 3519. Вопрос, нахрена так делать? Типа в шкафу сидит какой-то хрен, который меня убил. Это нормально вообще или нет? Я не понимаю. По-моему, это ненормально. Так, я не буду брать лишние предметы. Кью, дайте мне инвентарь мой. Зачем мне крест вообще? Он меня не спасает ни хрена. От креста толку ноль вообще. Все, я погнал. Я на этот шкаф не трогать никогда. Телек включить? Нет? Кассет нет? Все, шкаф не лезем вообще. Не, это ни в коем случае. Так а что тут делать тогда, если в шкаф нельзя, в вентиляцию нельзя. Туда нельзя, сюда нельзя. Какие-то фотки непонятные. Печку не растопить. Ну, фонарик, ладно, я возьму. Фонарик я взял. Окей, что дальше? Тихо, смотри, вот эти кнопочки, это я умею. Подожди, написано сейчас, ага. Зеленая, желтая. Синяя, красная. Смотри, зеленая. А как тыкать? Зеленая. Желтая. Синяя, красная. Я выиграл. Что ты делаешь? Ты дурак? Ты зарядку делаешь? Что с тобой? У монстра... Паника какая-то. Будь осторожен, Вилли тебя слышит. Он слышит каждый твой шаг. Ну, горка классная. Это прям как в детсаде из FNAF 9. Мне нравится. Катаемся. Мы сейчас приедем к клоуну, да? Ой. А вот это уже нехорошо. А вот это уже... О, свет дали. Спасибо. Он видит тебя. Да пожалуйста. Не надо тут бегать. Ты меня видишь, но ты меня не поймаешь нифига. Что-то я не доверяю этим дверям. Слишком они... А, смерть написана! Не мигай, свет, у меня... Подожди, я сейчас возьму фонарик, и все будет хорошо. Во, другое дело. Я поймаю тебя, пошел ты нафиг. А сколько... Don't go сюда. Не иди сюда. Я пришел. Так я пришел, в чем проблема? Пойду по трубу. По трубу нельзя ходить. Мне реально в какую-то дверь, да, зайти надо? А я ж не знаю, в какую. И типа, проблема в том, что я скорее... О! Подожди, аудиокассета, видеоплеер. А так можно было? Типа, это так не работает. А как посмотреть-то ее? О, понял. Нет, не понял. О, свет работает. Включите кассету-то мне! У меня нет другого плеера. Ладно, я в радио засуну кассету, в чем проблема? Алло! Ты в подвале. Тут страшно. Ты должен выжить и найти выход. Ага, дверь должна быть крестом.
Короче, у меня крест, я его беру, открываю дверь. Пожалуйста. Ну, типа, ну, изи, катка. Дайте инвентарь, пожалуйста. Так, экзит. Да идешь ты в очко, мама! Да ну что это за звук? Серьезно? Ну серьезно, за. Ну конечно. А, спад. Ой, вот это прям. Ой-ой-ой-ой, разработчики, спасибо. Спасибо за сейф. Вот это прям прекрасно. Ну сюда тогда идем, в чем проблема? Ты что, охренел? Крест! Так я не заметил! Тут был крест все это время! Ё-моё, паркур мой любимый. Опачки, нажимаем кнопочки. Я люблю паркурчик, это... Подожди, сзади, сзади кто-то идет? А чё музыка-то напрягающая играет? Как будто сзади какой-то хрен за мной гонится. Никто ж не... А есть спидер? Опачки, я не напрягал. Ой, я под карту улетел. А можно меня вернуть назад по-братски? Ну я сломал игру, улетел под карты ничего нету. Да вы издеваетесь! Вот если она сначала... Так. Так! Не, ну я хотя бы знаю, что делать. Ладно, хрен с ним. Ладно, хрен с ним. У меня есть крест. Я сейчас все за 2 секунды пройду. Смотри, раз. Два. Три, пять, один, девять, да? Три, я вспомню. Три, пять, один, девять. Опачки, до свидулечки. Сейчас просто жесткий спидран. Главное не упасть, когда я буду прыгать, а я, скорее всего, еще раз упаду, когда я буду прыгать. Но кого это волнует? Это никого не волнует. Главное не падать, главное прыгать. Главное то сюда. Спокойненько давайте этот молоточек. Раз, два, три. Потом ключик, чит, ключик, пожалуйста, мне. Ага, спасибо. Да ключ возьми, кретин! Молодец. Во-первых, берем вот эту шляпу. Не знаю, просто по приколу. Теперь, да записочку мне. А, смотри, один. Два. Три. Откройте дверь, я все сделал. Ну ладно, загадки легкие. Вот только с прыжками. Меня бы не подвели прыжки. Подвели меня просто жестко. Я поехал. Ну еще раз покатаемся. Мне нравится. Тебе что же нравится? Кстати, напиши, как у тебя дела, как тебе игра и что ты вообще делал. Потому что... Лето-то закончилось. Лето закончилось, блин. Так неохота, чтобы оно закончилось, но оно закончилось. Подстава лютая просто. Я сейчас крест воткну. Подожди. Где мой крест? Где мой... Вот он. Стоп. Вот она. Ага. Отворяй ворота мне. Так, вот сейчас, если я упаду, ну я, в принципе, дошел за 2 секунды, нормально. Я должен не падать, понимаешь? Вот сейчас, смотри, сейчас красиво делаем. Ну, вот видел, красиво же сделал, сейчас еще раз красиво делаем. А, дурак! Ах ты ж говно, мамонта! Едить, колотить, свою жопу воротить! Да идешь ты нахрен! Ты что там, под спинами, что ли, долбанный клоун? Ну я хотя бы не упал в пропасть, уже хорошо, чё бы нет, давайте еще раз побегаем, долбанный клоун, иди ты нафиг. А можно, пожалуйста, не кусать меня за жопу в следующий раз? Так, спокойно. Хрена лысого, так, подождите. Вот эти столбы меня бесят, они, он за них цепляется. Пошел нахрен. Говнючий клоун, убийца. Я бегу как падла. Просто, да, нет, да дерни рычаг, кретин! Да что с тобой не так? Я подошел к рычагу, а он не дергается. Классно вообще, вот это можно разработчиков забанить, пожалуйста? Что это за бред? Там написано Е, я нажимаю Е. И ни хрена не происходит. Я уже практически профессиональный паркурщик в этом месте. Я могу паркурить жестко. Пошел в жопу. Я бегу. Ну вот смотри, еще раз. Да нажимаю, Е, нажимаю! Да ну нет! А можно я удалю игру просто? Она не работает. Она не работает. Я миллион раз Е нажал! Миллиард! Может на английский переключиться? Это же бред. Не, ну я нажимал Е, я ничего не... вот смотри, Е. Подобралось! Значит, работает кнопка. Да я уже думал, у меня кнопка не работала. Пошла нафиг. Долбанный клоун. Это же конец, да, игры? Это же конец игры, поэтому ничего страшного. Да дайте мне крест сраный. Это последняя моя... Я больше просто... Я даже пытаться... Да куда ты? Может, кассету доставить туда? Я не знаю. Но это же бред. Не, я на всякий... Ну, я типа возьму с собой кассету. Может, надо вставить кассету. Может, я тупой?
долбанный клоун. Я уже просто спидраню здесь, даже смотрю. Опачки, опачки. Пошел нахрен! Смешно, смешно. Смеется он, собака сутулая. Мне надо было чё? Мне надо было спрятаться в шкафу, что ли? Так, подожди. Так, подожди. То есть, надо не дергать рычаг, надо прятаться в шкафу? Серьезно. Серьезно. Ладно, вот сейчас это победная катка, смотрите. Ля клоун лютый вообще, жесткий. Не, он надо было чуть помедленнее сделать, он реально быстрый. Он слишком, он собака сутулая. Это супер быстрый клоун, потому что он под спидами реально там бежит. Как и он цепляет за столбы за эти, ну реально, за столбы зачем цепляться-то, зачем? Эй, залезу в шкаф, лезу в шкаф. Кого? Чего? Там кассета лежит! В шкафу лежит кассета. Чего? Так, нахрен, я, можно это, а можно игру удалить, нахрен? Это же бред какой-то, это же бред, бредовый. В смысле кассета лежит? Пошел в жопу! Вот именно. Так, ладно, это последнее, это все, да. Это вот, это по-любому последнее. Я даже с фонариком сейчас, может, просто, мало ли. Может, он боится света. Чтобы в рожу надо посветить 10 тысяч раз. Я сейчас, короче, подожди. Ля, спидран пошел. Ля, спид... просто жесткий спидран. Жесткий. Спидран жесткий, самый жесткий. Это лучший спидран в мире, смотри. Нажимаю рычаг, нажимаю рычаг, ни хрена. А вот бежит по стене, пошел в жопу, говно! Алло! Ну вот все! Ну, вот все! Это последняя капля была. Разработчики, напишите, пожалуйста, что не так. Что не так с этим сраным клоуном? Мне что, надо было прыгать в пропасть, а я прыгал в пропасть, а я нажимал рычаг, он не нажимается, а я. Это. А все, нахрен, пожалуйста. Меня задолбали эти скримеры. Я увольняюсь. Я увольняюсь с вашего хоррора, все. Но там, скорее всего, концовка, это 100%. Потому что, когда мы падали под карту, мы не видели ничего больше там интересного. Я тебе сейчас ослеплю фонарем, козел. На, все, свали. Вот, игра прикольная, я согласен. Игра прикольная, интересная, но, естественно, надо как бы доделать. Надо доделать. Может, я не понял, в чем прикол. Но по-другому там никак не свалить. То есть, открываешь шкаф, там кассета. В шкаф залезть, ну это бред. Рычаг не дергается, это, ну, он не дергается. Поэтому, соответственно, что там дальше делать, я не... Там первый этаж есть, ни хрена себе. Какие-то секретные комнаты пошли, ё-моё. Надо будет взломать игру. Вот, а в общем-то, ставьте лайки, если вы хотите, соответственно, продолжение. Если вы хотите новой серии по этой игре, если она вам понравилась, ну, мне зашло, прикольно. Монстры интересные, клоун бесячий. И, собственно... Будем ждать обновления или продолжения, или взлома, или что-нибудь еще по этой игре. В общем, после многочисленных скримеров этого долбанного клоуна Пеннивайза я устал играть, и будем с вами заканчивать. На этом, может быть, мы все-таки допройдем эту игру, если я пойму, что делать в конце. Ну а на этом, друзья, все. Ставим обязательно лайки, всем удачи, увидимся в следующих играх, и всем пока!